Привет, меня зовут Яна, моя фамилия Кан, и это аудио я посвящаю всем тем, кого до сих пор угнетают. Мне больно от того, что в этом мире очень много тех, кто несчастен. Я не говорю о том, что я пример для подражания, и я на 100% счастливый человек, но я учусь этому. И у меня иногда уже получается. Иногда чаще, иногда реже. Но я кое-что поняла, что нам мешает быть счастливыми. Я кое-что поняла, почему происходит так, что много людей на этой планете, они угнетенные. Потому что они боятся. Потому что мы боимся. Потому что я иногда тоже боюсь. Но мне не страшно об этом сказать, потому что я вижу силу в искренности. Я верю в то, что когда мы позволяем себе быть теми, кто мы есть, мы освобождаемся от большего страха, который в нас есть. А он огромный, когда ты не можешь говорить то, что ты думаешь, то, что ты чувствуешь, когда тебе кажется, что другим людям наплевать на тебя. И что самое страшное, тебе самому на себя становится плевать. И знаешь почему? Потому что, когда ты перестаешь отстаивать свои интересы, ты становишься марионеткой в руках тех, кто влияет на тебя. Потому что тебя легко что-либо заставить сделать. Тебя легко загнать снова в страх и управлять тобой. Манипулировать, использовать. А знаешь, что такое использовать? Это когда ты делаешь то, что тебя истощает. Это когда ты не получаешь взамен того, ради чего ты это делаешь. Когда мы маленькие, мы заслуживаем любовь родителей, любовь тех, кто нам дорог. Но когда мы вырастаем, нам многие забывают сказать о том, что этого можно больше не делать. Можно не заслуживать любовь, можно просто любить. Можно не зависеть от того, как к тебе относятся. Ведь это выбор каждого. Ты можешь окружить себя теми, кто тебя любит. Ты можешь окружить себя сам любовью к себе, если ты позволишь себе перестать бояться. Это очень больно. Это очень больно, потому что страшно. Но если ты себе это позволишь, ты получишь свободу. Свободу быть собой. Я тебе искренне этого.